Так закончилось первое, быть может, самое честное и высокопрофессиональное представление в истории ростовского шоу-бизнеса. И мне кажется, что многим нашим исполнителям, популярным музыкантам, их менеджерам и продюсерам стоило бы поучиться не только профессионализму этих музыкантов, но еще и простому человеческому общению. Так же просто ребята вне себе на вокзале, скромно и неохотно перебираясь из вагона поезда «Тихий дом», приготовленный для них автобус типа «Интурист». Все, и техники, и обслуживающий персонал, и, конечно же, музыканты, которых знают вся Европа и Америка, были одной дружной семьей, где нет разделения на ранги. Их было 35 мужчин и одна женщина, которую неласково называют «мама», администратор группы Ольга Коняхина. Ростов-на-Дону вошел в состав тура по 25 крупным городам России. Мы уже были в Сибири, в Москве, в Питере. Ну еще наш сервис российский вам не отбил охоту гастролировать? Да мы, в принципе, как-то рассчитывали на это, поэтому мы особенно и не обращаем внимания. То есть вы готовы, да? Да, мы абсолютно готовы. Ну что вы ждете вот от Ростова? Потому что Ростов как бы слава большая городе. Ну, вы знаете, мы ждем хорошей публики. Везде была классная публика, и мы думаем, что Ростов не подкачает. Показательно, знаете, мы не знали, чего ожидать от публики. Публика явно не знала, чего ожидать от нас. Вот. Мы просто выехали проехать по всем крупным городам нашей страны, чтобы показать, как мы умеем играть, что такое парк Горького. Вот. А после того, как мы запишем наш третий альбом весной, мы планируем летом провести стадионный тур. Вот. По-моему, лето — это самое подходящее время года для этого, чтобы приехать с еще большим продакшеном, аппаратурой, светом, каким-нибудь салютом, лазерами, и играть концерт на стадионах, сделать билеты подешевле, чтобы все могли прийти, чтобы можно было играть для толпы там, от 40 до там, 70 и 100 тысяч людей.
Это был грандиозный праздник рок-н-ролла. Уже привезти не два траллера, а семь, наверное. Построить маленький городок вокруг стадиона, знаете. Этот тур для нас тоже невыгодный. То есть мы не рассчитываем заработать деньги. Все деньги, которые мы зарабатываем, это только для того, чтобы покрыть наши затраты. На транспорт, на свет, на звук, на техников. Сюда ехали, нас все пугали, нам музыканты пугали устроители, говорили, никто туров давно не делает, живьем никто давно не играет, вас никто не воспримет, у вас вообще ничего не получится, у вас где-нибудь что-нибудь сломается по дороге, и тур отменится. Вот-вот-вот, слава богу, мы уже отъездили больше 10 городов. 12. Да, вот, у нас еще впереди столько же, и мы не жалеем. Вот, даже если мы ничего не заработаем в этом туре, мы рады просто, что мы приехали, показали, как, в принципе, нужно играть. Вот на Западе, если люди, у них была возможность попасть на концерт, то там, я не знаю, насколько был в зале хороший или плохой звук, самое главное, энергия концерта. Вот. И стили бывают разные, но вот на Западе всегда люди играют живьем и работают вот с этой энергией. Там, в принципе, одного концерта фонограммы достаточно, чтобы карьера артиста закончилась навсегда. У нас, к сожалению, это процветает. Вот. И я думаю, что после нашей гастроли люди как-то будут более критично относиться к тем артистам, которые приезжают и просто грабят народ. Все клипы делали в Соединенных Штатах. Первый клип мы сделали с Крисом Пейнтером.
с Крисом Пейнтером, очень известная фирма, называется «Пропаганда», которая делает клипы Майкл Джексон и многим. Вот. А потом этот человек ушел из этой компании, и мы еще делали клипы с несколькими людьми. А вот три последних клипа мы опять встретились с ним и сделали опять вместе. Вот. И сейчас несколько иная тенденция в Соединенных Штатах по отношению к клипам. Все идет к простоте. Вот, например, в данный момент есть такая группа R.E.M., чей альбом уже несколько недель находится на первом месте в Соединенных Штатах в таблице Билборда. Вот если вы увидите их видео, они просто, вот, просто настроение. Вот, и это давно, даже Stone Temple Pilots я видел вчера клип. Просто настроение, очень просто. Это главное. Вот у нас многие исполнители стремятся к каким-то богатым клипам, знаете, которые, да, которые выглядят там. Вот этот клип сделан за 100 тысяч долларов, а ты знаешь, а у меня за 200 сделан там, вот у меня там выглядит на миллион там, вот. Это же не самосуть, самосуть — это энергия. Наш клип «Tell Me Why», я не буду говорить, сколько мы на него истратили, почти ничего, понимаете, человек пришел с одной камеры к нам домой, поставил один фонарь, взял документальные съемки из нашего тура, там, где мы в автобусе едем, где мы прыгаем, там, в Германию, там, публика, там, бушует, там, в большом зале, вот, и все это умело сделал, снял нас, там, буквально пару дублей, и сделал клип, который понравился всем, и не стоил фактически нам ничего, главное — энергии. Для нас главное было записать музыку и добиться музыкального результата. А результат прихода людей на концерт, вот, пение твоих песен, это уже как бы благодарность за то, что ты написал эту музыку. Вот, я думаю, что это самая главная награда. Вот, а быть звездой, не быть звездой — это не самосуть. Ну, да. Нет, ну это главное, там песня, чтобы девушки были сердечные. Девушки надо, чтобы были сердечные, конечно. Нет, ну вот вы говорите, что вы здесь не были 6 лет. Ну вот тогда, с другой стороны, вы себя чувствуете здесь чужими? Нет, вы знаете, чужими мы себя совсем не чувствуем. Вот, потому что к нам очень часто подходят люди, благодарят за музыку. Они часто подходят, говорят, вы знаете, вот мы в школе не учились, там английского не знаем, вот, но слушаем музыку и офигеваем. Вот это вот самое главное. Вот. Музыка, у нее есть международный язык, неважно, на каком языке ты ее поешь, вот. И вот эта энергия, она прошибает через все барьеры, языковые, какие бы то ни было. Но мы существуем в своем замкнутом пространстве, у нас есть какие-то друзья, с которыми мы общаемся, музыканты, которых мы знаем много-много лет уже, вот. И мы с ними общаемся, вот. А стараемся особенно не тусоваться, потому что времени нет на это дело. Отъездив в этот тур, мы тут же улетаем в Соединенные Штаты, где у нас будет небольшой отдых, потом мы начинаем работу над третьим альбомом. Вот. Я думаю, мы успеем его закончить к лету, чтобы приехать с новыми песнями опять в тур. My only guess.
был бизнес не такой простой. Мы приехали туда абсолютно широко открытыми глазами, все казалось прекрасно. Мы не знали другого транспорта, как лимузин. Вот. Пятизвездочные гостиницы? Да, да, пятизвездочные гостиницы, партии там по 60 тысяч долларов. Вот. И таких людей грех было не обмануть, понимаете? И вот когда нас обманули, когда начались суды, вот это было тяжелое время, мы не хотели сдаваться, поэтому нам пришлось жить в доме без электричества. Могли вполне сдаться, и все нормально было бы, мы даже не ощутили бы ничего этого. Вот как наша судьба повернулась, мы не знаем. Но тогда мы решили не сдаваться, не брать ни у компании денег, ни у кого. Мы судились, и, к счастью, мы выиграли эти суды все. Вот. И нам пришлось просто жить несколько месяцев без еды, без электричества, без денег. Фактически нам помогали какие-то наши друзья. Вот мы выжили, и все песни мы написали вот в том холодном доме для второй пластинки. Это было в Нью-Йорке. Когда вот шла рекламная кампания перед вашим туром, вся страна видела вот документальные кадры, где, скажем, ну там вы стоите вместе там со Скорпионом, обнявшись. Это вот при каких обстоятельствах было снято? Ну, Скорпи очень часто приезжает в Лос-Анджелес, а мы с ними дружим. Вот, и мы работали вместе с ними в каком году? В 87-м году. 10 шоу играли в Ленинграде. Да. Был, работали в Питере вместе, и после этого как-то подружились. Было выпито много водки, вот. Много разговаривали, пытались разговаривать. Ну, потом подружились с девушками, сердечными, опять же таки. Не запомнилось это надолго. Потом был фестиваль в Москве, вот, а потом мы очень часто встречались в Соединенных Штатах или в Европе. Ну, на разных тусовках, совершенно неожиданно. Я один раз был в Германии на интервью для первой пластинки, там типа пресс-конференции была, потом устроили джем, там на заряд пришли, и вдруг я смотрю, подошел к буфету, смотрю, от меня через два человека стоит гитарист из Скорпионс, Матиас. Я говорю: Матиас, пойдем на сцену играть джем. Он говорит: ты знаешь, я еще не пьяный, мне надо выпить немного. Я говорю: да ладно, пойдем. Вытащил его на сцену играть джем. Мы
Мы с тобой виделись год назад на группе «Браво». Ты была вместе с Жанной Гузаровой. Сегодня с Парком Горького. В каком качестве ты появилась вместе с ними? Такая обаятельная. Я появилась снова в качестве администратора группы, потому что я очень люблю работать с продюсером Евгением Фридлендом, а тур с Парком Горького делает он, как вы знаете. И с Жанной Гузаровой работали мы вместе. Я люблю с ними работать и люблю группу «Парк Горького». Но какие заключаются обязанности у администратора? Это трудно, всем надо угодить. Ну, на самом деле, слово «угодить» не совсем правильное, но... Я люблю свою работу. Моя обязанность больше ухаживать за ребятами. У меня их 30 человек, все мужчины. Вовремя накормить, вовремя напоить, уложить спать, разбудить. И в то же время, вот мне подсказывают, что мужчины все очень разные. Но и в то же время по контролю за транспортом, за билетами. Ну, много всего, знаешь, мелких проблем, которые надо решать. Ну, они такие все классные, они тебя, наверное, очень любят. Ты счастливая женщина. Да, они меня ласково мамочкой называют. Песня, которую мы хотим посвятить всем прекрасным девушкам, приезжающим в город Ростов. Для вас. Nothing.